Уровень воды в Селенге падает. Сегодня он составляет 203 сантиметра. Это на 11 меньше, чем вчера. В субботу река начала активно спадать, но Бурятский гидрометцентр просит жителей не расслабляться. Всех, кто живет в зоне затопления, просят укрепить подвалы. Напомним, максимальный уровень воды в реке был в июле. Тогда Селенга поднялась до 252 сантиметров. За этот месяц мэрия успела укрепить русла рек и возможные зоны подтопления. Но, к сожалению, это не панацея. Нужно быть начеку.